Ну что, дорогие друзья, наступают холода, и пришло время немножко утепляться. Да, понятно, у нас есть какие-то костюмы, но если мы добавим еще несколько слоев, какие-то комфортные и приятные кофточки, жилеточки, будет гораздо комфортнее и приятнее. Поэтому сейчас я вам расскажу то, чем я пользуюсь вот в данном сезоне. Я весной в этом ходил, сейчас уже потихонечку начинаю одеваться, потому что и ночные чаще преобладают охоты, а все-таки в темное время суток уже прям прохладно заметно. Так что сейчас я вам покажу и расскажу. Итак, вот на мне сейчас одета кофточка, толстовка, мы ее так называем и раньше называли, да, так у нее название — худи. Материал полиэстер 100%. Чем она мне больше всего понравилась? Во-первых, комфортно, удобно. Мало у кого такие есть. Тем более с учетом того, что они в продаже появились только сейчас. А я тестирую ее уже год. Здесь напузный карманчик. Ну, как все как в обычной худи, да? По цвету у меня окрас здесь НВ1, есть также сейчас в продаже НВ4. Очень удобная, комфортная кофточка. Ее спокойненько поддел вместе. Вот сейчас, допустим, когда днем тепло, одел жилеточку, кофточку, и вообще шикарненько. Перейдем к жилеточке, наверное. Итак, жилеточка у меня вот такая. Очень комфортная. Вот. Ну, жилет у меня в расцветке НВ4. Значит, здесь у нас идет мембранка Bond Dry, внутренний Polar Fleece. Здесь карманчик на замочке, с этой стороны нету, и два карманчика здесь по бокам. Да, шикарное дополнение к той же худи или к любому костюму, когда идешь на засидочку. Очень тепло, поддел, потому что всегда берешь с собой какую-то жилеточку, чтобы не было на тебе тысячи рукавов, чтобы было у тебя все комфортно. Спокойненько одел ее и очень комфортно. Чтобы и стрелять было удобно, и у тебя здесь нету нагромождения ничего. Вот жилеточка спасает в данной ситуации очень хорошо. Также по такой погоде уже можно там вечерком, да, одевать флисовую шапочку. Она и легкая, и в то же время достаточно теплая, легкий, хороший флис. У меня оно еще идет Норсвейвское. Сейчас это все идет под маркой Дакмания. То есть я ношу вот эту шапочку уже года два точно. И нормально, что и стирается, и ничего не вытирается, хорошо мне в ней и комфортно. Также вместо шапки можно использовать вот такую мембранную кепочку. Она у меня такая хорошая, дышащая, и голова в ней не потеет. Самое что интересно, я вот сейчас в ней на съемках бегал по лесу и сидел в засидке, и шапками я не пользовался, то есть мне вот этого достаточно было, кепки. На самый крайний случай капюшон накинул, и все тебе нормально и комфортно. Ну и теперь, наверное, перейдем к одной из моих самых любимых вещей. Самых любимых. Это вот такая вот. Вот такая вот кофточка. Флисовая, утепленная. Называется Макс от Дакмания. Вообще просто мне она очень нравится. Во-первых, она легкая. Я ее использую, даже иногда просто на футболку одеваю и ношу за место куртки. То есть у меня штаны НВ4. И она идет и смотрится как отдельная куртка от костюма Тигр. Вот. Но она теплее уже даже, чем Тигр. Вот. По мне так теплее. Значит, здесь гладкий флис, очень-очень приятный тело. Внутри утеплена Arctic флисом, он такой длинненький, удлиненный.
шикарная. Кармашки достаточное количество. Два тут. Ну, такая легкая, прикольная курточка. Все вещи от Дакмания дополняют друг друга. И вы их можете комбинировать, как вам удобно, как вам больше нравится. Потому что вы одеваетесь не только комфортно, но и модно, чтобы выглядеть красиво, достойно, чтобы у вас не были там зеленые штаны, красная футболка, вот там, я не знаю, кофта другого цвета, там, зелено-оранжевого какого-нибудь. Хочется одеваться красиво, поэтому у ребят подбираем, все в одном цвете, носим, кайфуем, любуемся собой. Все это уже есть в продаже, продается под брендом Дакмания, поэтому смотрите, выбирайте. На мне сейчас все одето, опять же, повторюсь, 54 размер. Единственное, что я немножечко жилетку возьму, а потом побольше поменяю, потому что в 54 размере именно в жилетке мне немного жмут подмышки. Вот эти крылья, да, крылья жмут. А так она мне по животу, по всему нормально. Так что смотрите, выбирайте, в следующем обзоре будут еще интересные вещи, которыми я пользуюсь на своих охотах. Поэтому смотрите, выбирайте.